На 92-м году ушел из жизни гитарист, участник советской рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Об этом сообщил в Facebook журналист Алексей Певчев. Музыкант скончался после продолжительной болезни в Санкт-Петербурге. Александр Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. В 1977 он переехал в Ленинград, где основал коллектив «Прощай, Черный понедельник». Позже он познакомился с Майком Науменко, и тот пригласил его стать участником своей новой группы «Зоопарк». В 1981 году Храбунов вошел в первый состав «Зоопарка» и оставался основным гитаристом группы все 10 лет ее существования, до внезапной смерти Науменко в августе 1991 года. После распада «Зоопарка» Храбунов работал с такими группами, как The Hooks, Krakata Seorphos Kakasts, «Зоопарк», Санкт-Петербург и учебно-лечебный коллектив группа «300».